Привет, это колесо.ру. В этой рубрике мы подбираем аккумуляторы на конкретной модели автомобиля. В этом видео мы подберем АКБ на Ford Focus 2 Restyling. Переходим на сайт колесо.ру, раздел АКБ, подбираем по параметрам, указываем размер и полярность, но не указываем остальное. Нас интересует аккумулятор с характеристиками размером 242 на 175 на 175, емкостью 60 ампер-часов, обратной полярностью и мощностью тока 540 ампер. Следует понимать, что допускается небольшое отклонение по объему и мощности тока, однако помните, что при недостаточной силе тока могут возникать проблемы с запуском двигателя, особенно в условиях зимы, тогда как при объеме аккумулятора значительно ниже штатного появляются быстрые разряды. В обратной ситуации, когда объем сильно больше штатного, могут возникать недозаряды и, как следствие, снижение срока эксплуатации автомобильного аккумулятора. Теперь, зная нужные параметры, видим сразу несколько моделей, подходящих на наш автомобиль. С полным перечнем подходящих аккумуляторов на ваш автомобиль вы можете ознакомиться на нашем сайте. С вами была команда колесо.ру. Удачи! Приобрести диски, шины, автотовары и записаться на услуги сервиса вы можете на сайте колесо.ру. Ровных вам дорог! Пока!